Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации провели в поселке Октябрьский. Люберчане задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации, депутатам и представителям управляющих компаний. Какие проблемы волнуют жителей, узнал Богдан Колесников. Один из главных вопросов – открытие поликлиники в Октябрьском. Строительство уже началось. Объект здравоохранения, который очень ждут, планируют открыть в конце года. Поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет обслуживать и детей, и взрослых. Многие пришли на встречу, чтобы решить сразу несколько вопросов. Ответы получали на месте. Правда ли мы будем к Москве относиться, Люберецкий район? Нет, я выяснила. Нет. Хорошо. Второй вопрос. Улица Пролетарская, дом 2, где снесли? Что намечается сделать там? Пока неизвестно, еще не решили. И третий вопрос. Вода. Умница у нас депутат. Все рассказал, откуда труба идет и будет скоро чистая, свежая вода. Сейчас работа активно ведется, готовится трассировка. И в ближайшее время способом расширенной прокладки будет проложен, способ горизонтального бурения будет проложен водовод от Мирного до водозаборного узла поселка Октябрьский. Уже в этом году Московской водой планируют обеспечить более 30 тысяч жителей Октябрьского и жилого комплекса «Новые островцы». Качество содержания дорог и дворовых территорий в зимнее время тоже один из актуальных вопросов. У нас есть пешеходный переход подземный, там выход к церкви, есть выход к больнице, есть выход к церкви на две стороны. В Октябрьском у нас здесь. Один чистится, другой нет. Попросила, сказали, решат. Будем ждать, будем смотреть. Каждый день хожу, проверять буду. На встрече обсудили вопросы реновации жилья, освещения улиц, вывоза мусора, начало второго этапа благоустройства парка «Лесная опушка» и создание сквера на школьной улице в Октябрьском. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.